Здравствуйте, меня зовут Михаил, я играю в студии «Новой музыки» на тромбоне. Сегодня я вам расскажу о некоторых приемах игры. Начну с таких, как вибрато на тромбоне и фрулято. Подразделяется на тромбоне несколько видов, такие как губное вибрато, либо челюстное, потому что на письме обозначается джао вибрато, либо лип вибрато. Соответственно, можно менять частоту колебаний. Кулисное очень распространено вибрато, особенно во времена Томми Дорси и Глен Миллера. Они применяли при исполнении мелодические линии. Никак они не обозначали, просто была такая манера исполнения. Позже Билл Ватроус привнес больше значения к этому вибрато, добавив его только в окончании длинной ноты. Тем самым больше вокализировал ее. Очень похоже, как барочные музыканты играют также в конце фразы. Обозначается на письме это слайд вибрато, волнистые линии. Если нужно изобразить между разными нотами, то обозначают две ноты, и между ними пишут тремоло. Дальше большое терции или малое не рекомендуется писать, потому что будет очень сложно для исполнения. Но если вы хотите добиться такого эффекта, то пожалуйста. Существует еще диафрагмальное, очень часто можно встретить во французской музыке. Обозначается французская лига и акцент в конце, либо под лигой несколько акцентов. Также с помощью тряски инструмента или прием как шейк на трубе обозначается, можно тоже добиться вибрато. Бывают сурдинные вибрато с помощью сурдин. Это планжер и вава, мьют. Можно назвать это как тремоло, можно как вибрато. Обозначается плюс и ноль на письме. То же самое с планжером. Теперь, что касается артикуляции и языка. Пишут для искажения звука несколько согласных. А, Е, О, У, И. Чтобы тем самым изменить сам тембр. Или в нижнем регистре. Это очень близко к тому, что мы называем прием диджериду. Также я хотел бы рассказать нескольких видов фрулята. Как правило, он связан с тем, что по-разному люди говорят букву R, соответственно, и по-разному тоже он может звучать. Может звучать мягко,
может звучать более грубо. Там уже добавляется как сплит-тон другие ноты. Либо можно с помощью грассирующего. Что касается регистра использования, конечно, самые удобные это в среднем регистре фрулята. В высоком регистре звучат немного зажато, а в нижнем очень рыхло. В частности, в произведении Тернопольского в Чингуре используется с помощью вова этот прием фрулята. Можно тоже фрулята использовать еще и с голосом. В частности, в произведении Сэндстрома мотобайк концерта используется именно этот прием, чтобы добиться эффект звучания мотора. Также я хотел бы еще рассказать о приеме, который, возможно, еще не обозначен. Это называю хеликоптер, либо вертолетный звук. В этом приеме язык в разные стороны соприкасается с мундштуком. И с помощью звука. Также можно использовать тремоло с помощью излишней воды в кулисе.